Alright, so once again, after this, please don't leave. So we will go together on the expo. If you need to take some stuff for selling, just let me know. We can wait you on the reception. If somebody missing the cards, just let me know. We have prepared all of your cards on the reception right now. So, okay? After the photo shooting, just let me know who need a card. And I'll take you, all of you, for the expo where you have you can meet the fans. Сбоку, Игорь, попробуй. Игорь, иди сбоку сделай, стул поставь. Катя, ну да, нормально. На меня, не на Сашу, на меня. Катя! Жилина, Словакия. 3 мая 2014 года. Я Александр Тимошенко, портал islavs.ru и Екатерина Гамагина. Здравствуй, Катюша. Здравствуйте, всем привет. Привет болельщикам и любителям нашего спорта. Наконец-то состоялось это событие, которого я очень долго ждала. Турнир Европа Про в Мазалане. Только одно, я хочу выиграть, победить. Понятно, что хочешь победить, но как бы победа для чего нужна это? Олимпия. Да, я хочу поехать на Олимпию. Ты хочешь получить квалификацию да, на Олимпию? Да, я хочу получить квалификацию. Для чего, Катюш? Для того, чтобы открылись дальше возможности. Вот покажи еще раз руками, как ты сделала. Дальше возможности развивались. То есть ворота ты хочешь открыть, да, какой-то чтобы другой мир. Появились новые возможности, может быть, это Америка, может быть, это какие-то предложения интересные, контракты, работа и известность. В последнее время я, так сказать, вижу очень часто, что в сети ты начала проявлять активность. Активность хорошая очень такая. Мы наконец-то стали видеть этапы твоей подготовки в фотографиях, в видео. Мы наконец-то стали просто тебя видеть как человека, там, я не знаю, в эпизодах, не совсем связанных со спортом. То есть там где-то ты делаешь прическу, где-то ты делаешь там макияж. Скажи, пожалуйста, эти действия, они на чем-то основаны? Для чего это все? Да, эти действия, конечно же, основаны. Я показываю то, как девушки вообще готовятся к соревнованиям, как готовят свой образ, как все тщательно продумывают перед турниром. И вообще это входит в привычку постоянно следить за собой. Это уже стиль, и ты часто появляешься на каких-то фотосессиях, в журналах, в программах. Да? Вот сейчас Саша берет у меня интервью, поэтому приходится... Нет, ну ты так говоришь, как будто приходится, как будто это какая-то нагрузка для тебя. Нет. Или у тебя просто от того, что сейчас конкретно ты устала, уставшие глаза, и какой-то да. вот устала, да? Да, устала. А каким способом ты оказалась здесь? Откуда вылетела? Куда прилетела? Кто тебя встречал? Кто тебя кормил? Или наоборот не кормил? Оказалась я таким способом, что... Полгода назад я выбрала этот турнир, я захотела на него поехать. Вот, с тобой, Саша, мы это обсудили, заключили контракт с Мазалани. И таким образом контракт есть, подготовились, прилетели. Вот, хочу сказать то, что хорошую поддержку сейчас оказывает Олег Макшанцев мне в спортивном питании. Без него никуда, без спортивного питания, конечно же. Вот. Спасибо большое. Я сейчас на самом деле готовлюсь, настраиваюсь. Вот. Ну выдохни, выдохни, солнышко. Еще раз улыбнись, помаши нам в ручку и скажи, ребята, завтра. Ребята, завтра болейте за меня. Смотрите прямую трансляцию. Мы надеемся на Катя, на тебя. Не только я, но, так сказать, много людей, которые в последнее время... За тобой следят в хорошем смысле этого слова. Мы надеемся на твои успешные выступления и хороший результат именно здесь, среди европейцев. Спасибо большое. Следите завтра за прямым эфиром. Good luck.
лицо. Рабочее. Александр Тимошенко, 3 мая 2014 года, Жилино, Словакия. Про-турнир в Мазалане Classic Pro и Томаш Каспар, Чехия. Томаш, давай, для почитателей твоего таланта и для портала islab.ru что-нибудь красивого, интересного, желательно на русском языке. Я поучим по-русски язык. Я говорю немножко. Хочу приехать до Санкт-Петербурга в август, работать в фитнес-хаус. В прошлом году будем на Гран-при фитнес-хаус. Я был в Питере. На Гран-при фитнес-хаус. Видел Аврору. Я видел Аврору. Видел софиты на сцене. Софиты. Светили на меня. И мне дали денег за второе место, правильно? Да, мне дали деньги. Понравилось? Тебе понравилось? Тебе Россия люба? Да. Россия люба. Люба Россия. Да. Потом ты поехал куда? В Грецию. Поехал в Грецию? Да. Зачем ты поехал в Грецию? Зачем? Да. Чтобы выступать и получить про-карт. Да. Правильно. Ты занял в Греции. Говори. Я занял в Греции. Первое место. Первое место. И получил статус профессионала. Да, я получил статус профессионала. Я победил прокарт. Да. Теперь ты хочешь в команду фитнес-хаус. Да. Я хочу в команду фитнес-хаус. Для этого я изучаю русский язык. Сейчас вместе с тобой. Говори, Я изучаю русский язык. Изучаю русский язык. Да, русский язык. Обязуюсь в августе месяце говорить так же, как Никола. Говори. В августе я буду говорить по-русски, как Никола. Всем привет. От Томаша Каспара. Владимир Балаширучкой. Всем привет. Спасибо большое. Всего себе хорошего. Russian style. Словакия. Я Александр Тимошенко, портал islab.ru, и вот эта семейная пара, которая сама сейчас себя назовет, кто они и чего. Это моя жена Виктория. Я ее муж Александр. Да. И вот так получилось, что мы сегодня здесь.
Я вот смотрю, лица светятся счастьем, семейным счастьем, не только семейным. А чего причина таких улыбок у вашего семейства сегодня? Сань, ну, наверное, любовь есть. А то есть про любовь сначала понял. Целуйтесь тогда, целуйтесь. Целуйся, так. За любовь, потом что еще? Сань, ну, принимали участие в этом турнире. Вот, и закончился он для меня удачно. Поэтому, в принципе, тоже рад по этому поводу. Вот, и люди окружающие здесь положительные, позитивные, помогающие, как бы, и поэтому все хорошо у нас. Супруга, что скажет? Действительно так все хорошо? Супер. Нет, супер, да? Вот, стою с вами сейчас рядом, от вас исходит реально тепло такое. От ваших улыбок, от ваших лиц, от ваших глаз и от вашего поведения. Что же все-таки ты, Саша, получил вчера какую-то целую гору непонятно чего? Просто гора невероятная. Сегодня что ты получил? Сань, сегодня получил первое место и кубок, и картонную бумагу пластиковую, в принципе. Ну и первое место на Мазалане, в общем. А про карта? Пока ничего не получил, пока не знаю. Нет, понятно, получил. Но получил возможность стать профессиональным спортсменом, да или нет? Ну, на самом деле, как бы, мне пока это... Я это от тебя услышал и от Ирины Делиевой, в общем. Так, подожди, подожди, а кто первее, Ирина Делиева или я? А то сейчас выйдет, что опять я везде первый, блин. Правда или нет? Давайте как бы сначала, давай скажи честно, от Делиевой. Да, от Делиевой. Пускай будет от Делиевой. Пускай, давайте, если что, будем ее видеть. Да. Договорились. То есть это еще одна причина, чтобы вы обнажили свои все 32 зуба. И Вика, и Саша, так сказать, вдвоем, да? На самом деле я не знал этого. То есть, в общем, Мира сказала первое, ты теперь говоришь второе, в общем, об этом. Помимо этого никто не говорил. Ну, в принципе, я не знал о том, что победитель получает карту ПРО. Да, то есть становится человеком, который в состоянии при собственном желании и при желании федерации, так сказать, стать профессиональным атлетом. У тебя такое желание на сегодняшний момент есть или нет? Ой, Саня, ты такой, знаешь, вопрос. Ну, наверное, в принципе, можно пробовать, я думаю, так. Если категория 212 есть, то, в принципе, можно попробовать. А жена что скажет, которая во всем помогает? Зумер, сплошной зумер. Поддерживаю. Ребят, большое спасибо, что я наконец-то на третьи сутки я вас отловил. В такой красивой вы одежде оба находитесь. Спасибо. Да. С символикой соответствующей. Ну да. Да. Ну да. Самое главное, ваши улыбки. Спасибо вам большое. Обнимаю, целую. Рад за вас обоих. Спасибо. Да, будем дружить домами. Удачи.